Утром встало солнышко, и, как обычно бывает на этой земле, начался новый день. На острове, на котором располагалась рыболовная база «Рыбачий хутор», все цвело и благоухало. Создавалось ощущение, что ты находишься не в сухой и жаркой Астрахани, а в прохладном цветущем раю. Я Татьяна Цемлянская, администратор базы отдыха «Рыбачий хутор». Татьяна, скажите, а вот эту всю красоту, которую мы сейчас видели, все эти цветы, такой цветущий рай, вот, в Астрахани, ассоциации как бы астраханской земли, это выжженные такие полустепи, вот, это все как бы ваших рук дело? Да, вкладываю душу. Вкладываю душу, да? Люблю это дело. Ага. Даже туристы говорят: Татьяна Анатольевна, столько нельзя работать. А мне это нравится, я занимаюсь этим. Ну вот все эти цветы, как бы вот, не знаю, подбирали вы эти букеты, если их так можно назвать, да? Вот сами все это высаживали и сами все составляли, да? Вот весь, всю эту красоту, которую мы видим на вашей базе. Да, это мое хобби. Ну что, спасибо вам за эту красоту, потому что вот с лодки сошли, камыш, да, вода, и пришли в такой маленький рай, рыбачий хутор. Вот, спасибо за красоту, что вы ее создаете. Дай вам Бог сил, здоровья. Спасибо всем, приезжайте к нам, мы будем очень рады. Недолго собираясь, мы отправились на охоту. На раскатах, как обычно, шумел птичий базар, светило солнце, и встречный ветер бил в лицо. Впереди ждала охота. Анатолий, познакомь, пожалуйста, нас с своей егерской командой. Вот это егерь. С нашей базы давно работает, уже года 4. Зовут Стукалов Алексей. Да, Леш. Плавает. Ага. Плавает тоже охотник подводный. Да. Леш, ты сегодня что у нас бьешь? Сазана крупного, сама, как ты определился? Куда пойдешь? Как повезет? Да. Ну, сазана обычно берешь за полтинник. Какого? Мелкого с 20-25 килограмм не стреляешь? Понятно. Ну ладно, давай, на сороковник возьми и нормально. Хорошо. Да. Давай, все, удачи. Хорошо. Удачи. Вот еще один егерь с нашей базы. Болдырев Сергей. Вот, угу. Тоже давно работает, тоже опытный подводник. Сереж, скажи, ныряешь давно? Да нет, годика-два. Годика-два, да? Ну, вообще, какие трофеи у тебя за это время были? Что брал? Да, небольшие. 14 килограмм сазан. Ага. Сом 15, да? Щука там 5 килограмм. Ну как бы самые за 100 килограмм все впереди еще, да? Мечта, будем брать. У меня постоянно тепло. Не согрело так. Греться особо некогда, поэтому в тонком костюме замерзаешь, конечно. Ну вот и все. Сережа, давай, ты теперь. Сейчас, Сережа переоделся в дорогу. Так, Леша пойдет
искать рыбацкого счастья. Вот фонарь мне привезли, по-моему, с Испании. Давай посмотрим на фонарик. Вот очень здорово. Такой я тоже хочу вот маленький сделать. Все никак такие размеры мне не найду. И еще вот крепление. Скажи, это сам делал крепление для фонаря? Нет, крепление шло вместе с фонарем. Ага, оно работает... уже рассчитано на ружье крепление. Да, она вот именно на итальянские ружья. Вот она. Вот так. К ним, с ним идет зарядное устройство, а сам фонарь на аккумуляторе. То есть аккумулятор снимаешь, в виде батарейки сделан, и прям адаптер там, включаешь 220, заряжаешь его. Хватает где-то в зарядке, наверное, ну, на часов на 6-7 беспрерывной работы. Ну, в основном охочешься весной, когда... Весной, летом, когда большие крыши, где темно. Вот подныришь, подкрышу, включаешь фонарь, хорошо высвечивает, рыба спокойно стоит. То есть очень удобная штука. Я понял. Скажи, какая мощность у фонаря? Ну, где-то, наверное... В смысле, дальность, что ли? Метра на 3? Нет, нет, нет. Мощность вообще. Вот он в люменах сейчас измеряется. Я знаю, 100, 200, 300. 300, по-моему. 300 люмен. Да. Вот так вот фонарик посмотрим. Посмотрим крепление на ружье. Видите, как удобно. Вот, вот прямо на крепление. Шестигранником затягивается. Прям шестигранник с ним идет. Ага. Затягивается. Вот здесь вот он включается. Вот здесь поворачиваешь, включается. Да, очень удобно. Ружье. Вот ружье с катушечкой. Ну, такой, да, набор как бы самятника, созанятника, да. Да, в основном это на крупную рыбу. Так-то вот с полтинником плаваю. Ага. А это вот, ну, в последнее время с ним. Единственный недостаток, длинное оно. Вот да. Что здесь выигрывает каюк. То есть что, у него, ручка, что у него ручка посередине. Да, по камышу удобно идти. Сколки нормально видать. Давай маску, трубку и ружье. Сколки там видно. Вода то прибывала, то уходила. Менялось направление ветра и менялось поведение рыбы и ее места обитания. Леша встал в засаде и, дожидаясь своего сазанчика, все же взял его. Одна из хороших привычек охотника – не стрелять все, что шевелится и плавает. Не надо, не спешите, спокойно стойте в засаде. В поиске проплывайте мимо некрупного сазанчика, пусть он подрастет, и удача в виде крупного трофея обязательно выйдет к вам навстречу. Да, лещик какой-то, хороший лещик. Я на раскатах давненько леща не встречал. Вот. Взяли даже лещика такого килограммового хорошего. И взяли вот таких красавцев бронзовых сазанчиков. Да, и карасик крупный был. Вот. Так что рыбки взяли, жабры размочили. Того же и вам желаем. Чистой воды вам и крупной рыбы.